особенно ставить номера. Это самый лучший способ развиваться музыкально. Это был первый совет. Второй совет. Музыкальность – это не единственная вещь вообще в целом в танцах. Есть еще много других вещей. Можно развиваться как на фигуры, так и на взаимодействие. И вам нужно, чтобы все развитие было в целом одинаково успешно. То есть не нужно, чтобы у вас что-то выбивалось сильно, а что-то приседало. Все нужно развивать одновременно. Окей? И очень важно танцевать, постоянно танцевать. В магазине танцевали, в магазине делать волны, обрабатывать, слушать.